Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Мы с вами в прекрасном городе Хабаровске, где через минуту-другую начнется очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Амур-Хабаровск принимает минских динамовцев. А вот сейчас, может быть, очень неплохая атака уже в исполнении. Вот момент, бросок, и шайба в воротах! Шайба в воротах! Владимир Бутузов. Многого ждут от него тренеры, да и партнеры тоже. Но как здорово ему оставили шайбу. Может быть, имело смысл и бросить Райану Спунеру. Вот он вновь с шайбой. Опять до него дошла передача. А вот момент! В итоге счет вновь ничейный 1-1. Отличился Брэндон Козум. Девятая только что заброшенная им шайба в регулярном чемпионате КХЛ. Вот момент, бросок, и уже спасает свою команду Доминик Фур. Да, ошибаются и гости, какой подарок получили хабаровчане, но воспользоваться этим презентом не смогли. Шарангович не без труда парирует эту шайбу Аликин. Вот момент, и опять Аликин. И все-таки шайба не попадает в ворота. Очень жарко сейчас во владениях Евгения Аликина. Вот момент! И здорово заблокирован бросок. Вот ошибаются гости, бросок, Фур. Но шайбу он не зафиксировал только сейчас, а что? Нет. А все началось вот с этого выхода. Идешь в обыгрыш, Илья Усов тут не до конца продемонстрировал свои индивидуальные качества. Был остановлен соперником, это вылилось вот в такую вот проблему. Там Загорный пытался протолкнуть шайбу, но арбитр молодец, не свистнул, все видел. И пока голкипер не зафиксировал шайбу, не прижал ее, игра продолжается. Будьте любезны, играть. Досталось, конечно, Доминику, но молодец. Колечонок. Шайбу у него отобрали. Полунин, виновник всего. Бросок. И просто чудо спасает сейчас ворота минского «Динамо». Передачи много. Шарангович. Оттеснили его от шайбы. И шайба все-таки влетает в ворота. Казалось бы, угроза миновала, но, увы, вынужден Евгений Аликин капитулировать. Ну и кто Шейн Принц? А что же, 7 передач у Шейна были. Сегодня у него 17-й матч. И 7-ю шайбу он сегодня забрасывает. 14 очков у представителя минского «Динамо». В полном составе минчане. Вот момент, хороший бросок. И как же так? Как же так не попадает в пустые ворота Гинек Загорный? Какая комбинация? Как здорово была сделана эта передача.